Счастья вам и здоровья. Спасибо. Счастья вам и здоровья. Счастья вам и здоровья. Он не сделал предложение? Я сделал. По пьяни, пластиковым колечком от бутылки. Вы согласились? Кстати, прям боюсь, что она мою судьбу повторит. Я, можно сказать, тебя на помойке нашел. Что? Сам ты из Пышмы приперся, и своего только рюкзак да шишак. Слушай, давай эту свадьбу здесь, у нас, в Армении сыграем, а? Нет. Пап, ресторан в Москве уже заказан. Не хотел тебя расстраивать, но бабушке совсем плохо, боюсь не дать. Ай! Слышишь, как она стонет? Я прошу вашу руку и ваше сердце. Папа кто? Никто. Ну а на чем ездишь? Explorer Tallinn. Японский кроссовер. Тайваньский самокат. Понятно. Стоять! Чувствую, отсюда вы превысили допустимую норму алкоголя в крови. Свадьбы не будет! Ну что ты как мумия? Я стою на мостике, и тут бывает Артур на гондоле. Это что за слово сейчас было? Кажется, она недовольна Артуром. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Ну ты скотина, Новиков. Это не все, не то, что думаешь. Нет, это разве не оргия в сауне? Сюрприз! Ты выйдешь за меня замуж? Да ты дебил! Наших бьют! И минуты покоя, и секунды покоя. Борька! Не могу без тебя, не могу без тебя. А чего не начинайте? Что ты тут делаешь? Традиция. Первая брачная ночь. Она должна оберегать покой жениха и невесты. Короче, вот такой херни нам не надо. Нам надо, чтобы красиво. Ну вот романтика, поцелуи, бабочки. Ясно? Я ж говорил, нам было свои видосы показывать. Вот что это такое? Три грецких ореха, два кешью, желудь и каштан.